Жаркого и заснеженного Крыма приглашает выставка тульской художницы Елены Свиридовой, открывшаяся сегодня в выставочном зале на Красноармейском проспекте. Выставка моя посвящена причерноморским пейзажам. Она посвящена местам, которые я полюбила с первого взгляда, полюбила уже очень давно. И, наверное, во многом это обусловлено тем, что это мир, в котором есть море. Вот для меня именно так. Именно даже не просто с большой буквы, а прописными буквами «мир, в котором есть море». Как что-то огромное, волшебное, манящее, полное энергии. И для меня это главный определяющий фактор такого детского, что ли, непосредственного счастья. Мне не обязательно даже купаться в море, не обязательно находиться на побережье. Достаточно вот просто знать, что в этом мире есть море.